Предлагаю слиться этому капитану, или как он там называет? На команду еще. Да по, ну чё там это играет, чё? Фига сливаться. Что, черт? Я говорю, ну давай доиграем нормально, зачем сливаться? Не, ну я не говорю о том, что мы прям специально ему сольёмся. Ты так именно так и сказал. Предлагаю слиться капитану. Ну, это же не в прямом смысле, понимаешь? Это в таком переносном. Как бы слиться, в скобочках не слиться. А, типа, давай на него прыгнем, и если вдруг ну, шо, да, мы да. сильно не расстроимся. Конечно, конечно. То есть это было типа запланировано. Дядя, аккуратно, они сейчас завалят. Пошел чистить дальше. Куда дальше? Чистить? Я уже тут все почистил. А, все, да. А, тут дроп. Все, тут забрал. Я думал, там еще одна комната. Смотри, у меня пулемет и МК-14. Короче, у меня дробаш 5-зарядный и панцерфаус. Звучит как прекрасный челлендж на 2. Как считаешь? Я считаю, что я могу тебе что-то дать. Не-не-не, отлично, это шикарно. Понял. То есть об этом и задумка. Главное выйти. Там нет выхода, я проверял, честно. Ну ладно. Я тебе верю, если что. У нас задетектил вертолет, кстати, очень опасная ситуация. Действительно, очень опасная. Главное, чтобы солдат не скинули оттуда. Мне очень опасно. Я вот недавно, кстати, играл ту карту. И, короче, осталось 5 человек в конце. И я был с панцерфаустом. И я смотрю в окно, а там 2 чувака. Один открывает дверь, и они в упор встречаются, и у меня уже ракета, ну, прям к ним подлетает. И я просто двоих. Серьезно? И топчик, да, получается? Нет, потом я еще одного хлопнул, и тогда уже топчик. Ну, хайпово для видос. Как будто они специально стали запланированы. Да, они ждали. Хорош. А ты прям бежишь сюда. Я с боеголовкой жду какого-то сочного момента. Бля, главное за тобой не стоять. Ты же знаешь, да, что сзади там... Да, конечно. Слушай, что-то слышал, да, что-то было или как это? Я ничего не слышал. Вот я вот слышу вот это только. Стрельбу. Пойдем на стрельбу? Да, погнали. Скажите, мэтч, что он пропадает, да он знает? Я просто им угрожаю, то есть они вот реально увидят прятаться уже, играть не в свою игру, и там все. Меня вообще не напрягает, что он пропадает, он не, ну типа я все равно понимаю все, что он говорит. А так, ну это а, ему... Карта Haven по 10 им... шкале. Ну 4. А если добавить то, что тут еще 25 человек в живых постоянно на старте, допустим? Не, я все вместе 4. А, 4. На самом деле, кстати, это еще очень даже немало. Мне интересно, почему-то. Потому что здесь все равно интереснее, чем на какой-нибудь парама всратый. Здесь гранаты можно кидать, в отличие от Каракина. Ну, граната, кстати, да, за гранаты, как говорится, спасибо. Я уже устал с ней бегать, я жду, когда меня уже... Просто... А если где-то вдалеке будет чел? Бегай, может, не с ней. Не, ну если вдалеке, тогда беру дробаш, тогда уже делал друг... А, точно, дробаш тогда. У тебя штаны у тебя классные. Спасибо. Я оделся, пока смот, я пришел, позвали, как бы. Я пришел, позвали, оделся. Да. Ок. Спасибо, что объяснил. О, а здесь тоже эти живут, элитыши. Пойдем тебе пух намутим нормально. Погнали. Не, ну как бы я с этим не против доиграть. Да, я понимаю, мы не будем ее выбрасывать. Мы оставим тебе дробовик. Как в доме, нет? Да, в этом здании. А, или это бомжи-боты, подожди. Не-не-не, я думаю, их зачистили.
Сори, мэн! Сори! Бля! Такая, не знаю, налетало оно как бы или нет. Она, ну, типа, ты бы его 100% хлопнул, если бы... Ты бы его 100% хлопнул. Yeah. Надо дать еще один панцерфаун. Вот, МГшка, бери МГшку. Да, давай, давай. А может быть, кстати, там есть, может, они не взяли из трупа панцерфаус. Да, кстати, возможно. Ну, вряд ли, по крайней мере, они бы вообще его брали, поэтому, скорее всего, он там. Если он там был вообще. О, еще одна МКшка, мэн. Давай, так, ну, мы... Ты уже СМК, да? Я уже СМК. Давай я тоже тогда возьму МК, да? Или ты хочешь себе взять во второй слот? Да какой у меня? На одном слоте МК, на другом МГ-3. А, ну я помню. Как... Ну я думал, одно МК для зажима, другое для... Тут тоже можно прикалываться. Можно. Какая шикарная катка. 0 киллов, 12... Очень сочно. Ну я понял. Я прям представляю, как отдельным видосом на канал это может... Самая лучшая карта. 5 часов люди ждали топ-1, и вот ровно... тут этот, дружбан один едет. Да-да-да. Надо его заевейдить. Куча, как ты выбежал с этого здания, подожди? Ты заблудился? Надеюсь, нет. Тут написано exit. А-а-а, и забита дверь деревяшками! Бля, чувак, подожди, стой, развлекайся, это самая несмешная. Развлекайся, развлекайся. Не, а я походу подох, стой, я с этого здания нет выхода. Да есть выход, чел, как бы заходили, боже, с угла. Да, я понимаю, понимаю, с угла. Есть аптеки? Я могу подбежать и аптек накинуть. Не, не, три аптеки нормально. Подожди, это самое кринж... Все, вышел, вышел. Бля, кто это строил, им бы руки, я не знаю, что... О, тут авик для тебя лежит, мэн. Иди сюда, иди сюда, тут авик. Сейчас покуражишься. Давай, иди сюда. Сейчас развлечемся, сейчас развлечемся. Да, да, сейчас развлечешься, давай, иди сюда. Еще вертолет на меня светит, я за зоной, отстань, вонючий. Нормально, он тебе путь освещает, ты же найти не мог, это спасатели. Лучше бы он в доме так светил. Когда уже не надо, помогает, ясно все. Да, да, да. Вот, давай сюда, хватай, хватай. Так, ну МК тогда выкинулась, не знаю. Понимаешь, что у тебя она есть, просто скажу. Да, хорошо, спасибо. Если бы я захотел взять две МКшки, я бы сейчас бы так и поступил. Так, ну что, самая развлекаловка, так мы сейчас пойдет, сейчас. Сейчас, да, сейчас будет самое веселое. Не, я же знаю, конечно, куда веселее, но если будет еще веселее. Ну, у тебя авик есть, мэн, сейчас будет очень весело. ИМГ, представляешь? Да. Чувак, найс, тут никого нет. Йо-йо-йо, это моя любимая. Мне кажется, это нужно отдельным видосом, именно рекламу Haven. То есть вот просто, если они хотят рекламировать эту карту, вот просто вот то, как мы сейчас играем. Мэн, смотри, кого я нашел. Тут мальчик в шортиках. Он уснул на этой карте. Он уснул на этой карте, она такая клевая, что... А, так у него глаза с ним повязка на глазах, он реально спит. Он реально спит. У него повязка на глазах. Что с ним делать? Его даже убиваешь. Прикинь, сейчас оживет нас. Имеет место? Шанс какой? Ну, вообще, да. И что с ним делать? Убивать, пока это не произошло? Бля, я не знаю, но он спит. Ну, да как-то красиво. Может, рикошетом от стены, если только так? А, видишь, ну не получается. Не, ну смотри, сейчас, подожди. О. Получилось. Боже, невероятно. Я думаю, я предполагаю, что следующий... Прям вот по всему периметру. Надо просто найти вот эти вот. Да, они реально спят. Это карта спящих. А здесь реально спящие. Надо закрыть. Мужик, у меня, прикинь, у меня игра закрылась. Да ладно, а ты бежишь за зону, мэн. Я, блин, я боюсь, казалось что... Казалось бы, да и все, я умру, конечно, я уже, ну, просто крашнулась игра. Бля, ты еще, казалось бы, ты еще, а, стоп! Стой, подожди, а тебя, кстати, хп не тикает. А потому что у меня этот рюкзачок.
Но там уже финальная зона, то есть если я успею, это будет вообще маловероятно. Ты в теории... Короче, если... Да куда ты? Блять! Я тебя хотел поднять, а ты что-то убегаешь куда-то. Я тебе принесу, короче, в этот, ты выживешь. Давай, все норм, все норм. Давай, давай, перезаходи, перезаходи. Я захожу, захожу. Я как чувствую, как это отдельный мир. А, блин, кто ты вообще спящий? Я нашел спящего, мэн. Еще одного? Да, да. А, так походу они вылетели все, наверное. Нет, он стрелял. Мы еще живы вообще там, как? Пожалуйста, заходи быстрей. Гружусь, как могу. Разгоняю этот велосипед. А я боюсь, что ты продан. Уже грузится. Сколько бы ни платили, не надо. Хорошо. Ты жив. Блять, нет, ты не жив. Ну ты у меня на плечах умер, мэн. А, умер, я уже звук услышал. Ты у меня на плечах умер. Я понял, ладно. Осталось, получается, выиграть. Если ты выиграешь, тогда эта смерть не напрасна. Ага. Блять, там был, короче, спящий, пробудившийся, you know? Я понял, да. Я просто, ну, я тебя нокнул, забираю тебя на плечо, бегу, а он лежит и с пулемета прям вшатывает по мне. Я еще чудом выжил сам. Тебя сбросил, ну ты, ну ладно, ты потом, если захочешь, увидишь, на повторе можешь посмотреть. Там реально спящий пробудился. Блять, ты... Я в таком шоке, я поцеловал микрофон, подожди, я не могу, для этих слов пришлось это сделать. Не сдержался реально. Сколько киллов? Ну, 6 людей и там 4 этих было. Четыре ботика. Ладно, чтобы не каркать, я реально сейчас молчать буду. Потому что вроде бы, ну как тут можно накаркать? Видел. О, это что? Это топ-1 или... Это самый шикарный. Вы 5 часов ждали ровно этого. Да, вы ждали этого, чуваки. Реально ждали вот этого, блядь. Катка со спящими. Это спящий плюс геймплей плюс вылет. Это стоп, это солянка? Спящие. Игру сделали спящие. Шикарный топ. Слушай, ну один килл я сделал, то есть как ни крути, я поучаствовал. Ну это, я думаю, самый престижный килл на самом деле был. Возможно, ты пробудил спящих. Они почувствовали, что одного из них, ну, забрали, типа, во сне, и второй пробудился. Ну, да, типа, зайди в повтор, посмотри, я блин, тоже зайду. Я сейчас на секунду думал, что я, ну, кого-то реально валил. И потом вспоминаю, что единственный, кого убил, это ж реально чел со сковородки, вот лежащий, черт. То есть я вообще не принял участие. Почему ты выстрелил с Пантербаута по типам?